Спортсмены 15 стран зарубежья собрались сегодня во дворце спорта имени Али Алиева, чтобы принять участие в международном турнире по вольной борьбе в памяти легендарного борца Али Алиева. Его проводят уже 53 раз. На него очень любят приезжать наши друзья из зарубежья тоже. И здесь присутствуют, будут принимать участие 15 зарубежных команд. А в общем 37 команд, и остальные все с регионов России. Приехали спортсмены из таких стран, как Армения, Казахстан, Македония, Азербайджан, Молдовия и многих других. Отметим, что состязания проходят в разных весовых категориях. Здесь борются взрослые спортсмены. А весовые категории стандартные, их 10 весовых категорий. Сегодня участвуют 5 весовых категорий, будут принимать участие. Это все олимпийские веса, кроме 125 килограмм. Основная цель данного мероприятия – это почтить память великого спортсмена Али Алиева, чтобы подрастающая молодежь знала историю своих земляков и могла равняться на них. Стоит подчеркнуть, что данный турнир – это отбор лучших в сборной республики. Комплектуется команда. В любом случае, старшие тренера, главные тренера рассматривают здесь перспективных борцов для того, чтобы выставить. Вот ближайший чемпионат России у нас предстоит 19 июня. С этого турнира могут попасть и на чемпионат России. Ну, комплектация, в принципе, сборной нашей команды Республики, России. Пройдет международный турнир с 19 до 20 мая.